Ребята, и всем привет, не обращайте на мою заднюю, не знаю, как вам сказать, короче, назад не обращайте внимания. И для вас есть грустная, и так, и грустная новость для меня, и хорошая новость. А перед тем, как я вам расскажу, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, не забудьте нажать на колокольчик, приходили мои уведомления. Но мы поехали. Короче. Плохая на чем плохая нахи? Но новости, я не еду на пятую смену. Потому что я сразу говорю, я подала не на ту заявку на тематического партнера, и это надо только если тебе подарили ту путевку, ты сможешь поехать. А я мне никто не дарил, я сама подала, то что я не смогу туда поехать. У меня мало баллов набралось. 146 баллов или 8. Тоже я не еду, а я подала на шестую смену от региона, у меня набралось 546 баллов, и я, наверное, поеду. Вот даже на ваших экранах высветится. Прошел месяц или даже 3 недели, я очень хочу и жду. Я встала, потому что у меня затекли ноги. Я очень жду и думаю, что будет все окей. Спасибо огромное Кристине, потому что она мне все объяснила. Она сказала, удали лучше эту заявку, подай новую. Я это так все сделала. Но это очень долго объяснять. Как-то так. Кстати, извините за долгое отсутствие. Но видео, как придет заявка моя, будет очень много видео. Ну, не так сразу, но будет видео. Кстати, если вы хотите следующее видео, то... Пишите вопросики на этом видео, я буду на них отвечать, то есть вопрос-ответ. Я обязательно жду, и как придут ответы, или вы зададите ответы, я посмотрю по ответам. Если хотите, то я буду задавать, а если не будет ответов, то вопросов, то есть, то я не буду их задавать. Как-то так. Ну, Кристине еще раз огромное спасибо. Спасибо большое. Если бы я бы не спросила у нее бы это, то, наверное, бы я и сидела бы и не знала бы, что делать. Потому что от тематического партнера невозможно туда попасть, если тебе не подарили путевку, как я уже говорила. Как-то так. Хорошая новость, что я еду на шестую смену. Это май на июня. А плохая новость, что я не еду на пятую смену. Как-то так. Пипец, как я рада. Ну, думаю, что будет все окей. И да, ребят, мы переместились на немножко другую локацию, потому что у меня начинал садиться телефон, и мне нужна была зарядка. Короче, как-то так. Я стою сейчас на стульях, чтобы мне было прекрасно видно. Ну что, ради вас не сделаешь? Доснимать надо это видео. Я хотела вам еще сказать, что я вам сейчас скажу, какие видео точно будут я буду снимать. Вопрос-ответ, если вы зададите ответы. Ну, вопросы, то есть. Потом. Как они называются? Я забыла. Пришла мне заявка, типа, еду я или нет. Потом собираю чемодан или какие-то покупки я купила, точно не знаю. И может быть 2 видео я сниму в Артеке, прощальное видео, типа как я уезжаю с Артека. Ну, а летом будет просто горой много видео, потому что мы будем куда-то ездить, разные тоже лагеря и все остальное. Летом будет больше всего видео, чем сейчас. Тоже ждите обязательно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, я буду уже прекращать вам сказать, ну, типа, я новость вам сказала, думаю, все ок будет, ну, как-то так, я вас всех сильно люблю, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забудьте ставить колокольчик, и всем пока, до новых встреч!